В областном краеведческом музее прошла встреча, главные темы которой стали охотничьи традиции Мангистау. Главная цель мероприятия – сохранение древней традиции наших предков, особенности охоты с ловчими птицами и собаками. Стоит отметить, что в нашем регионе сильна приверженность к соблюдению наследия веков, как основу воспитания подрастающего поколения. В области функционируют школы Беркучи, которые достойно представляют Мангистау на различных состязаниях и конкурсах. Почетным гостем встречи стал известный охотник Алдаберген Акшабаев. Он поделился основами, рассказал о курьезах и собственном опыте. Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Рухани Жангру». Казахи – вольные дети Великой Степи. Промысел зверя и птицы буквально всегда был в крови наших предков. Кочевой образ жизни научил их жить в особой гармонии с природой, ценить и уважать ее красоту, что и принесло в это старинное занятие свои ритуалы и традиции. Очень отрадно, что традиции предков не забыты и нынешним поколениям.